Сезон болезни внес свои коррективы не только в распорядок дня многих жителей Десногорска, но и в праздничное расписание. Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества в некоторых учебных заведениях были отменены. Но коллектив одной из городских школ нашел выход из положения. 6 марта в школе номер 4 Десногорска один большой праздник был приурочен и ко Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню. Желающих поддержать эту идею оказалось немало. Викторины, спортивные конкурсы и эстафеты подарили участникам отличное настроение. Обязательное условие участия – ученик при поддержке взрослого. Важность семьи и семейной поддержки – негласный посыл дружных соревнований. Мы устроили веселые старты, семейные веселые старты, чтобы принимали участие и дети, и родители, чтобы все вместе поиграли, посмеялись. Дружно провели время. Я очень надеюсь, что детям все понравилось, потому что это живые эмоции, которые, наверное, ничем не заменишь. Программа праздника никого не оставила равнодушным. Живых эмоций действительно хватило всем. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.